Всем привет, на обзоре бренд 4711, персик и кориандр, да, white perch, peach, вот, белый персик и кориандр, ну, белый не белый, ладно, пусть будет таким. Звучание аромата, опять-таки, на 4 часа стойкости его, ну вот, в лучших его традициях, это да, 4 часа, 4, это максимум. Ну, не шлифит, это eau de cologne. Что еще тут говорить? Классные флаконы, цвет жидкости немножко желтоватый, такой первораннее стадии. И сам аромат. Ну, не совсем персик. Кориандр слышится, но не совсем персик. Это, знаете, у меня такое впечатление, что это какие-то... это персиковые соцветия. И в пыли. Вот пыльность, по-моему, придает этот кориандр. Пыльный. Пыльные персиковые соцветия. Это не сам фрукт. Никакая не кожица. Никаких ах и ох. Никакой сладкой попослепательности. Варенье из лепестков соцветия персика. Все. Ну, а больше что еще говорить? Ну, так себе. Я бы сказал так себе. То есть, интересно, но недалеко и не глубоко. То есть, я вот сегодня побегал по магазинам, что-то купил из продуктов питания. Все. Его уже нет. Вот 4 часа прошло. Я причем оросил себя очень хорошо. Здесь, на тело, сверху, дождем, ливнем. Но я хочу сказать так, что это, знаете, ну блин, ну как бы не рекомендовал бы в этом плане. Тут цитрусовости как бы и не слышно. Если розовый перец... там он как-то пах еще, ну все равно тоже какой-то вот примерно такой приглушенный. Понимаете, цитрусовых не хватает, чтобы раскрыть больше аромат. Хотя на фрагрантике что-то написано было, там цитрусы, травы, какие травы. Кориандром пахнет, пыльным кориандром. Пахнет вот персиковым соцветием, но не самим персиком. Нет, ни кожицы, ни рожицы, ничем. Это персиковые цветы. Вот я знаю. Пыльцовое напыление. Вот именно в аромате пыльцовое напыление идет. Такой хороший, приятный, знаете, дает небольшой косметический эффект. Косметический в плане ароматизации. То есть, вот знаете, есть такие какие-то косметики, да? Вот пахнут они примерно вот таким способом. Как бы объяснить бы это, а? Я как-то случайно слышал в парфюмерном салоне, у них там есть вот эти все косметики, и я думаю, чем пахнет? Они постоянно мажут там этим пальцем, херачат все. Вот, думаю, чем пахнет? Вот пахнет, в принципе, вот этим. Вот косметический уход. Приятный косметический уход. В принципе, вот они передали персик, вот именно кожицу сверху, знаете, бархатистость вот эту. Они передали бархатистость персика в аромате. Они передали бархатистость. Они не передали сам персиковый сегмент. Они передали еще цвет. Пыльный. Ну да, пыльный. Ну что, еще обновить, что ли, мне сделать? Спиртяга сначала. Небольшая сладость присутствует, совсем чуток. Она вообще, в принципе, минут 10 проходит, быстро эта сладость, и все. Я не знаю, или это кориандровая потом проявляется почему-то. Но одного распыления мало. То есть я выкачал уже достаточно вот много из такого графина. Вот, и... ну, я не вижу в этом... ну, универсален, да. Чисто так после душа вышел, нанес и все. 4 часа. На мне не все 4 часа держатся. Ну, кто-то, может быть, чуть поменьше.
И кто-то говорил, что кислят. Нет, ребят, ну вот на мне не кислит. Жирная, влажная кожа, ничего не кислит совсем. Вот это очень даже приятно. Я доволен тем, что это классический одеколон здесь находится. То есть классический спирт в этом одеколоне находится. Классический спирт, C2H5OR. Я так полагаю, процентов 80 здесь он находится. Потому что... Ну вот они, эти цветы. Блин, это не персик. Вот он после, здесь уже на руке. Вот эта кожица бархатистая оттенком. И вот он без кислости, без зелености, без сладости, без всего. Это вот как на рисунке, вот он здесь есть, вот этот вот голый. Вот это как побритые яйца, да, наверное? Ну, кто из вас побривает? Вот такие, как побритые яйца, вот таким он. Гладким оттенком. Вот. Шутка удалась. Вот это просто гладкий оттенок цвета этого персика, но не сам персик. Они смогли передать только именно цвет. Они передали задумку, они не передали оригинальность оттенка. Нет, они не передали. Так что все, в принципе, об обзоре. Что еще говорить? Так много наговорили. Все, до встречи.